Очень популярная тема – это предназначение, поиск своего предназначения. Как его найти? Нужно ли его найти? Очень популярная тема сейчас. Расскажи, что ты вообще об этом думаешь? Я вижу предназначение, наверное, я бы хотела рассказать это под другим углом. Это, об этом можно разговаривать часами. Но что такое вообще наша Земля? Ведь очень много говорится о вибрациях, еще о чем-то. Это и есть энергия, это есть та энергия, которая восполняется кем? Нами. Мы как болтики в этом механизме, как какие-то частички в этом механизме. Мы та энергия, на которой держится вся эта глобальная энергия Земли. И вот чтобы ты давал эту энергию, ты должен быть сам этой энергией. Что тебя вдохновляет? Что, от чего ты кайфуешь? Вот когда ты свою жизнь переквалифицируешь, то, чего ты кайфуешь, ты будешь этой энергией, это и будет твое предназначение. Если тебя вдохновляют красивые платьишки и помогать кому-то одеваться, делай это. Если тебя вдохновляет лепить из глины, делай это. Если тебя вдохновляет дрессировать собак, я не знаю, там, помогать животным, обучать кого-то, писать книги, делай это. Когда ты вдохновляешься, твоя энергия раскручивается. Твоя энергия раскручивается, и ты становишься единым целым этим энергопотоком Земли. Это и есть твое предназначение — быть счастливым.